Добрый день, уважаемые дамы и господа, здесь в президиуме. Мы чрезвычайно рады и счастливы, что нам предоставлена такая честь приветствовать начало вашего симпозиума. Dear ladies and gentlemen, вы имеете дело с удивительными лучами, космическими лучами. А сегодня на сцене перед вами выступят наши маленькие звездочки, и мы надеемся, что их лучи войдут в ваши сердца, озарят их и дадут нам всем надежду на наше светлое будущее. Юные музыканты, которые выступят сегодня, совсем скоро, через 2 дня, станут участниками международного фестиваля в Кальмаре во Франции. The young children who will play in France. Директор этого фестиваля, президент нашего фонда, Международного благотворительного фонда, Владимир Спиваков, который так же, как и мы, приветствует всех участников 18-го европейского симпозиума. And the director of this music festival and the chairman of this foundation, Vladimir Spivakov, just as we today are very happy to greet you here in Moscow State University. Итак, мы начинаем наш маленький концерт. Начинаем этот концерт с пожеланиями. Удачи вам в вашей напряженной летней работе. So we begin our small concert and wish you all the best of success in your hard work. Андерсен Тарантелла и композитор Манюшка Прялка исполняет 9-летний флейтист из города Саратова Артём Науменко, партия фортепиано Ася Харипанова.